Факультет управления Российского государственного гуманитарного университета запустил новую магистерскую программу «Корпоративное управление», которая готовит студентов для успешной и эффективной карьеры. Меня зовут Артемов Олег Юрьевич. Я являюсь преподавателем, профессором кафедры управления Российского государственного гуманитарного университета и отвечаю за ведение магистерской программы «Корпоративное управление». Область деятельности выпускников магистратуры включает корпорации, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей разного уровня, органы государственного и муниципального управления, структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, развивающими собственное дело. Наши преподаватели являются консультантами крупных российских и международных корпораций. Профессиональная подготовка менеджеров нового поколения, способных комплексно решать задачи эффективного руководства корпорациями и их структурными подразделениями, формировать команду профессионалов, принимать взвешенные инвестиционные решения, выбирать оптимальные конкурентные стратегии, эффективно использовать современные бизнес-технологии в любой отрасли экономики, управлять рисками в сфере корпоративного контроля, обеспечивать защиту прав акционеров и осуществлять профилактику корпоративных конфликтов, разрабатывать и реализовывать программу социальной ответственности бизнеса. Новизна программы состоит в том, что здесь заложена методология анализа компаний, работающих в кризисных ситуациях. Это позволяет готовить профессионалов, свободно ориентирующихся в реалиях современного мира и способных прогнозировать будущие тенденции. Данная программа нацелена на изучение зарубежного опыта в области корпоративного управления и, разумеется, российской специфики. Обучение по программе ориентировано не только на получение магистрантами фундаментальных знаний в области современного управления, но и на знакомство с лучшим практическим опытом ведущих отечественных и зарубежных компаний в ходе прохождения учебной и производственной практики. Если вы заинтересованы в качественном и современном образовании, ждем вас в стенах нашего университета.